ребенка в клиническую практику была введена вертебропластика. К сожалению, не было много вариантов, как помочь пациентам с остеопоротическими переломами позвонков. Остеопороз делает позвонки более хрупкими, и они легче ломаются и трудно заживают. Они чаще даже встречаются без особенных травм. Можно просто нагнуться или повернуться и получить этот перелом. В случае, когда у пациента сильный болевой синдром или не заживают переломы, применяется вертебропластия. Во время операции с помощью проколов кожи под контролем рентгенов переломанный позвонок вводится специальная игла. Через иглу в сломанный позвонок вкачивается специальный медицинский цемент, который твердеет в течение 20-30 минут, тем самым закрепляя перелом. Сегодня мы делали операцию 75-летней женщины, которая примерно 4 недели страдала от сильной боли в пояснице. 4 недели мы пытались вылечить консервативными методами, включая наркотические обезболивающие. Ничего, к сожалению, не помогло. Поэтому единственный вариант, как помочь ей, было сделать вертебропластику одного позвонка. Сразу же после операции пациентка больше не чувствует предыдущей боли, и через несколько часов она сможет сама идти домой. В нашей клинике операцию мы делаем под общим наркозом. Операция длится примерно 30 минут. Thank you.